Приветствую всех любителей бильярда. Онлайн-школа бильярдного клуба «Полигон» продолжает свою работу. И сегодня мы с вами рассмотрим очередное упражнение с элементами комбинационной игры. Задание «Чужой в угол с выходом своего в центр». Цель упражнения – забить чужой в угол, играя таким образом, чтобы биток вышел в центр стола, как наиболее удобная позиция для продолжения игры. Используем верхний, правый винт на среднем ударе. Итак, 10 раз.